собственно, вторая часть марлезонского балета, а именно «Большой до 3 февраля» выставки «Объединение паразит». Обычно они представлены в данном коридоре, но поскольку сегодня необычно, так сказать, амаш, то эта тема представлена в другом месте, а именно она представлена в большинстве других залов. Здесь у нас вот такая большая афиша, где перечислены участники. Иностранцы повсюду. Но учитывая, как нас всех записи пандемии, да, то мы все любили путешествовать, очень такая интересная тема. И чего здесь только нет. И какие-то письмена, которые собраны из непонятно чего, из того спама, который к нам приходит на почту, либо который мы просто используем в качестве путешествий, билетики разного рода, заморские сказки. Вот такие прозрачные персонажи. Это, кстати, омаж одному известному скульптору, итальянцу. Вот такой текущий, как будто бы песок. Это не песок, не похоже на песок. Да, песок скульптура, просто он застыл. Ну, красиво, не красиво. Вот я все это смотрю, то ли это часть экспозиции, то ли это... Да, чтобы куратор. Сначала, честно, я думала, что это не экспозиция, а так. Ну, я ошибка, да? Это нормально. Впрочем, это не кошмарная ошибка. Катарина, давай. Потому что бывали случаи, когда люди выбрасывают. Нет, пошел. Мне нужно руки успокоить. Виталия, вставай. Потому что, как я говорила в предыдущей ведущей, они используют предметы, которые найдены объекты. Ну, собственно говоря, продолжают паразитировать на фламандском угне. Ну, не буду в него руками стучать, чтобы нельзя трогать объекты, но прикольно. Ну, вот такой юмор из-за смайлов. Ну, все же у смайлов, их можно крутить. Ну, это очень забавно. Мы делаем перформанс. Конструкция мировоззрения. Очень много известных людей пришло посмотреть на выставку. Вот у нас будет знаменитая Ирина Дудина. Знаменитый якобы разница. Фотограф-куратор. Это Ваня Тель. Это Юстина Комиссарова, говорит, скайпится. Очень много интересного. Потом один человек, он тоже делает перформанс. Да, вот такая вот в этой парке. Вот до чего забавно. Кого? Вот этот человек, он раздает плитки из арт-пространства, которое скончалось. Так что тут вечная перформанс. Зачем замечательно? Борей, это кадрикальная похожа Сикорского. Тут тема, которая как-то вот вдали. Действительно, полет тут есть. Замечательная работа. Но Сикорский всегда на высоте и в юморе. Я его очень люблю. Да, и вот такой момент, когда у нас движутся... Ну, ты знаешь, как ухо человека работает. Внимание, кинетический объект. Да, так всегда работает ухо человека. Физиологическое ухо человека. Поэтому очень прикольная выставка, потому что все физиологического. Так, семейные объекты. Ирина Петриченко. Это, опять же, образ птицы Сирин. Птица Сирин из средневековых рукописей. Знаменитый Козин, которого мы все знаем. Но еще один зал, в котором был большой перформанс, а теперь от него остались разного рода виды своей работы. А теперь остался один арт-объект. И прекрасный Макс, который делает перформанс. Так что у нас все великие, знаменитые и веселые. И розовый цвет. Розовый цвет полета. Вкусные лебеди со вкусом духов. Сказка нашей жизни. Вот еще хочу в одной работе сказать, что тут все цвета и Ирина Дудина. Цвета коллекционерка, художница. Ирина Дудина художница, поэтесса, прозаик, очень знаменитая женщина. Прозаик пишет, прозаик. Да, работа от Жени Акерпиха. Она грустный цирк. Она отсылает к аркану Таро, который символизирует уединение. И улитка, а тоже уединение, плюс галактика, плюс мироздание. А тут как раз домик с окошком. Почему все это? И коврик такой милый.
тому, что хотя считается, что паразитов не все дома, выставка называется «На тему чужестранцев». Паразиты как раз все дома. Однако безумной реальности только такое может быть реально. Только паразиты и дома. Паразиты, тараканы, муравьи, улитки. В общем, достраст нас странность и политические и экологические страдания именно странность непобедимы. Мы выяснили благодаря этой странности. Такой был Кэрол, который был математиком и мистер. И да, эта выставка очень алисаманская. В плане Кэрола, конечно. В общем, мы с Кэролом всегда.